Друзья, всем привет. Привет, мой рыжуля. Думает, елки-палки. Опять зима пришла. Так, а, вот они оторвали. Вот видите, гирлянда. Ну, проверим потом, потеплеет, будет работать или нет. Ну, думаю, ну и наладим, если не будет. Так, мусится. На кого это он? А, подруга его. Ваня. Рудик. Вот это да. Ваня за хвост. Так. Кто у нас? Иди сюда. Лапами трусит. Да, эко снега навалило. Елки-палки. Смотрите. Сейчас я покажу приблизительно, чтобы мы понимали. О, Люся. Люся. Ой, боже. Вы видели, как она прыгает? Рудик лапой провалился вот туда, в дырку. Так. Это она с Машей вырвалась вперед. А, да. Покажу вам высоту снежного покрова. Вот, видите. Но это она ж потихонечку сползала под своим весом. А на самом деле снега намного больше. Маша проскочила. Ой-ой-ой-ой. Ой, ну приморозило. Смотрите, около нуля, наверное, сейчас температура. Вот у Маши стартанула только что. Опять нам зима дает возможность порадоваться глазу. Пойдем. Видите, еще никто не ходил. Маня только пролетела. И сразу на абрикосу. Манюня. Вот она. Тук-тук-тук. И сходу. Вот сюда. Прых. Кисюня. Здравствуйте. На морду в снегу. Привет, привет. Ух. Глаза как у совы. Ай. Она меня снегом хотела обсыпать. Ах ты ж игруля. Вот принцесса, а. Играет как в кино. Так. Рудик. Рудик. Пойдемте за рыжим понаблюдаем. Снега навалило так, что ноги у него вгрузают практически по брюшку. Чего там, кися? Снег новый. Да ладно, не может такого быть. Сэм, они сегодня все как сговорились. Сэм думает, елки-палки. Он обычно тут под забором вот так проходит туда. А сейчас встал и не знает, что ему делать. Испугался собакина. А это до сих пор что-то вынюхивает здесь. Рудик. Зацепился лапой. Так. Наверное, что-то слишком. Какой-то раздражитель. Сэм с Пуня играется. Слушайте, я не успеваю за всеми следить. Там из засады выскочила этот, как горная лань прыгнула только что. Люся. Раз, два, три. Сэм вижу. Это Пуня, Люся. Ага, вот рыжий. Сэм там. Что, кися, идем или будешь тут сидеть? Хвостом мотылять своим. Сногсшибательным. О, побежали. Ладно. А Маня сидит на абрикосе. В общем, все на месте. Собакин тоже бежит. Пошли, Маня. Маняня, идем. Идемте, друзья. Пройдем. Ой, извините, с носа течет. Пройдемся, посмотрим, что у нас там на нашем озере великолепном. Слушайте, вид обалдеть. Просто с ума сойти, какая красота. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Вот, друзья, какой супер вид, а. Так аж как-то, не знаю, ну, мне как-то завораживает глаз. -1. Заезжал только что, приехал, ездил по делам.
датчик температуры показывает минус 1. А вот здесь, с этой стороны, смотрите, тоже какая ляпотень. Ляпота. А там, смотрите, как берлога какая-то. Сейчас приближу немножко. Как медведь там где-то вроде живет. Как шалашик. И тишина. Тихо-тихо. Снег сильно глушит звуки. У меня машина-то как бы тоже негромкая. Внутри в салоне. Я люблю тишину. В салоне что было? Смотрите, тропа не хуже. А снег, едешь сейчас, конкретно глушит звуки. В салоне тихо-тихо. Солнышко трошки припорошило. Я хожу, у меня в ушах звенит от тишины. А это у нас что такое? Какой-то большой зверь бежал. Или собака крупная какая-то. Смотрите, какие лапищи. Ну да. Это не мой пес. Это какой-то другой. Ну, сами видите, сколько снега. Вот, смотрите. На столе такой пирожок. Как пироженка. Помните, раньше были... У нас они стоили 15 копеек. Лимонники назывались. Такие вкусненькие. Тут тоже такой круг. Кто-то дал и убежал. Не буду идти дальше. Дабы чего не вышло, неохота. Супер. Весь, все озеро как новое. Новый снежный покров. Ну, на выходных, я так думаю, будет потоп, потечет, будет обильное таяние. Плюс 9 я смотрел, около 9, это даже 5 градусов тепла хватит. Класс, слушайте, какая красотень. Неохота уходить. Сейчас буду сюда мангальчик поставить. Ладно. Кыш-кыш-кыш. Мысли всякие полезли. Ну, будем надеяться, что когда-то и это будет, и это обязательно снимет, даже если... Ладно. Вредно не мечтать. Собаки, найди сюда. Иди, ну покажи. Покажи морду свою. Я нос в снегу. Ну, все, босюра. Ладно, друзья мои, пойдем в дом. Сегодня у нас пришли посидеть кумовья. Посидим, пообщаемся. Поговорим о том о сём. Всем тихого вечера, тихой мирной ночи. Всем всего самого хорошего. Всем огромнейшее спасибо. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.